того, чтобы первый раз выйти на лед, обязательно необходимо иметь минимальное чувство баланса. Потому что когда мы выходим на лед, мы все-таки встаем на железку толщиной 4 мм. Но благо их 2, и баланс можем распределить. Очень важно выйти, не торопиться, подержаться за бортик, почувствовать лед, баланс. В дальнейшем мы планируем открытие секции фигурного катания, где дети могут получать соответствующие льготы и пользоваться обучающими мастер-классами. В том числе очень хочется, чтобы эта секция действительно была полезна детям городского округа Химки. Наша основная задача – это популяризация детского спорта в городском округе.